Итак, ребята, наша работа продолжается. Сейчас я нахожусь на стадии разборки всего мотоцикла, а также подготовка всех деталей под покраску, обслуживание двигателя. И когда он уже будет собираться, это будет совсем другой мотоцикл, совсем другая цветовая гамма. И то, что мы видим сейчас, разнобой цветов, он исчезнет, и наш образ и силуэт станет более цельным. И от этого сам характер мотоцикла тоже изменится. Не переключаемся, я приступаю. Поехали.